Нас называют дебилами, идиотами. Мы делаем то, что другие 99,8% человечества не могут. Мы сжигаем жир и в то же время наращиваем сумасшедшую мышечную массу. Люди говорят, да, это все стероиды. Мало кто уважает наш труд. Все думают, вот если бы я принимал, я бы был таким же здоровым. Только вот ни хрена подобного. Не было бы. Даже и близко.